Греки знали, что такое слава. Они возводили храмы для своих богов. Мы поставим здесь новый храм. Святилище короля солнца. Обитель чудес и людей. С галереей, залитой светом восходящего солнца, которая будет сиять на весь мир, чтобы все видели славу Франции. Это будет волшебный храм, чтобы все мы помнили о нашем великом прошлом и о корнях, которые взрастили нас как страну и как народ, знающий, что залог власти не только армия, но и красота нашей бессмертной души. Как мать, храм будет лелеять нас, и как дети мы будем беречь родной дом. Со всех уголков земли люди потекут сюда, чтобы взглянуть на него. И те, кто увидят, никогда не уедут. Никогда не забудут. Вот черт.